ты лекарства пил? Спина еще болит. Мы в среду назначили вторую операцию. Алло. Пать, привет. Как ты? Да, у нас так же. Боль не отпускает. Нет, легче не становится. Не говори. Да, на среду назначили вторую операцию. Ну а что делать? Да, деньги закончились. Хотела попросить. Поможешь с работой, а? Да, конечно. Ахмед, я искала работу. После операции денег совсем у нас не останется. А везде, чтобы устроиться, нужно наоборот платить. Что за работа? Официантка в ресторан. Нет, это неблагодарная работа. Я не хочу, чтобы ты работала официанткой. Ахмед, деньги закончились. Последние деньги на операцию ушли. Сыну в школу 1 сентября. Ну, позвони к моему брату, позвони к родственникам, к сестре позвони. Я звонила. Нету ни толку, нет. Не берут они трубки, не перезванивают. Я же сказал нет. Я согласна, Ахмед. Это неблагодарная работа. Но у нас последние 10 тысяч осталось. Ахмед, ну пожалуйста. Хорошо тогда. Семья, дети, это домой тянется. А семья, дети, 50 лет можно жениться, нормально все будет. Давай ты быстрее скажи. Чай хотя бы. За обслуживание у них. Так, станцию не видно, да, там аутера. Девушка, вы подойдите сегодня к нам? Подойдите, пожалуйста, нам тоже. Наш заказ долго ждать? Пустой стол, хотя бы чай принеси, да. Первый день работаешь ты. И вот позавчера тоже с одной девчонкой познакомился, на свадьбе был. Да, у подруги невеста, что ли, была. Девочки проблем у меня никогда не было. Там девчонка, тут девчонка, и здесь девчонка, вечером все делать. Может, сходим куда-нибудь? Руки уберите! Ты чё, я овца, блин? Мороси, что ли? Девушка, девушка, я извиняюсь за своего друга. Извините, пожалуйста, его. Сабур взяла. Какая-то девчонка взяла вот так. Брат, ты что себе позволяешь?
Ты кто? Ты где находишься, брат? Ты кто? Она тоже чья-то жена, чья-то сестра, брат. Ты че хочешь, чтобы какой-то официант, что ли, мне пощечину дал? Она не от хорошей жизни официанткой работает, брат. Вы с ней работаете, да, отойдет. Садись на свое место, чего не хватало, чтобы ты подходил сюда. Садись, да, брат, на свое место, мы сами разберемся. Садись, брат. Рассчитайте меня, я увольняюсь. Ну, погоди. Люди рассчитаются, закончится рабочий день, и ты пойдешь. А что случилось? Я не могу так работать. Ася, рассчитайте меня, пожалуйста. Как мне тебя рассчитать? Ты нагрубила гостям, они отказались платить. Ты сама должна доложить 2000 рублей. Как? 2000 с вас, Юленька. Это что за концерт? Расул, давай заедем к дядьке. Я там пакет заберу. Окей, получится? Потом куда, домой? Да, домой. Вечером что будешь делать? На вечер пока планов не было. Давай на вечер соберемся тоже, Расул тоже заберем. Пойдем кальянную, кальян покурим. Не, брат, я больше с тобой никуда в заведение не пойду. В смысле не пойдешь? Ну ты девчонку помнишь, которая нагрубил? Я наткнулся в инста на страницу, где идут сборы. Ее муж в тяжелом состоянии после аварии. Зря ты ее обидел. Давай тогда домой поедем сразу. Сразу домой? Да, домой поедем сразу. Она тоже чья-то жена, чья-то сестра, брат. Ты че хочешь, чтобы какой-то официант, что ли, мне пощечину дал? Она не от хорошей жизни официанткой работает, брат. Вы с ней работаете, да, отойдет. Садись на свое место, чуть-чуть потом, чтобы ты подходил сюда. Ее муж в тяжелом состоянии после аварии. Зря ты ее обидел. Пустой стол, хотя бы чай принеси, да. Сергей работает. Ассаламу алейкум. А, брат, у вас тут девушка работает, официант, светловолосая, симпатичная такая. Она на работе? Все вопросы к администратору. Можно, пожалуйста, да. Позвать ее? Ася. Здравствуйте. Здрасте. Девушка, вчера у вас официант светловолосая здесь была, она на работе сейчас? Юля, да, у нас была такая официантка, она, к сожалению, ушла с работы. Вчера столик не оплатил счет, она платила за них и уволилась. Вы номер телефона ее знаете? Номера, к сожалению, нет. Хотя бы, может, знаете, где она живет? Да, она живет в районе, где Ушакова, там есть общежитие. Да, Ушакова. Спасибо. Пожалуйста, до свидания.
Здравствуйте. Я искренне извиняюсь перед вами. Пусть Всевышний оберегает вас и вашу семью. А так у вас очень хороший удар.